сейчас мы расскажем о нашем происхождении, которое произошло лет 2000 назад. А какие наши были изменения, но не без случайных засад. Не теряйте свои интересы к историям нашим, они имеют смысл и говорят о них вашим. Пора увидеть чудеса древних, и с нашей точки зрения они лучше чудес современных. Не пугайтесь, это сюрприз. Нас хиты птиц можно дикими назвать. Мы не города, только стаями живем. Коль ты тут попадешь, не стой баяным искать. Мы теряем тебе на волос, вовремя придем. А что было дальше? Эх, маленький глупыш, ты бываешь у нас третий день. Ты хотя бы услышь, не жить, как будто появишься олень. Даже столько лет назад была дружба, которую я все еще помню. У кого-то своя судьба, я даже сам не припомню. Нас хили можно дикими назвать. Мы не в городах, только стаями живем. Вы ведь с нами вместе, очень сильными стать. Поймете друг, что силы для вагоны берем. Ох уж эта пересказанная история! Не волнуйтесь, присоединяйтесь к нам! Весело же! А я умею на барабанах играть! Здорово! Можно? Конечно, смотри! Ничего сложного! Невероятно! Это те два твоих друга справа, которые ты потерял? Да. Было время тогда. Мы втроем, словно одно целое. Похоже, детство у тебя суровое было, но к тому же весело местами. Со временем ты всем пернатов доказал себя достойным жить в стае. Откуда ты знаешь о моем прошлом? Даже самая обычная вещь может что-то рассказать. Рэд, идет к нам, повеселимся! Все тебя очень ждут! После стольких мгновений я понял, что я не один. Друзья, не те, кому ты веришь, а те, кем ты дорожишь. Быть лидером не значит только, когда ты совсем сидишь. А значит, ты скоро друзей близкие защитишь. Надо, что все имели счастье всегда идти. Эти слова дойдут до всего мира, не говоря куда и буду где. Не знаю, что они там делают, но очень круто. Хелл, а как у них все работает? Волшебство Бабблс, магия. Я понимаю, потрясно вышло! Да, и на
иногда стоит. Просто нужна передышка после такого тяжелого дня. Тебя, надеюсь? Нет, все хорошо. Я скучала по тебе. Сколько времени тебя не было рядом. Переживала за весь путь. Понимаю. Я переживал за всех. Как же хорошо, что мы снова вместе. Буду лазить чужие дела. Неловко вышло. Ай! Кто же на нас смотрит, Ред? Не обращай внимания, милая. Ничего такого. На следующий день. Эй! Ты та самая злодейка, что кралась за нами? Была. Делала все для того Яня ради своего бирюзового краса, которого я при ранении лишилась. Но, обманутая того Янем, я поняла, что лучше со злодеями мне не связываться. Я слышала о страшной судьбе двух членов стаи Реда. Эти двое его лучшие друзья. И если это так, то я им искренне соболезную. Ты должна знать, Серебрянка, что опасность еще не ушла. Атлас собирается захватить Виноград и взять Реда в плен ради своих забав. Ты должна предупредить об опасности свою стаю, а я — жителей из Винограда. Но я росла у свиней! Неужели я не смогу предупредить, тем более спасти их? Нет. Злобная птица тебя тут же прикончит, если не успеешь. Иди. А я постараюсь сделать это раньше, чем Атлас до нас дойдет. Бедолага, Ред! Где же он сейчас? Ваше Крагричество! 5 дней назад нас атаковала злобная птица! Он доберется и до нас! В такое вот время вам всем нужно эвакуироваться. Что я такое слышу? Кто сказал, что злобная птица на всех сожрет? Я слышу, что он двух птиц из стаи Реда убил. Мы все в опасности. Волноваться не о чем. Мы разбираемся со злющая птица. Но смотря как, господин Капрал. О, вот и оно. Пора. Рад вас видеть, свиньи. И... Алфирус, куда ты побежала? Я так и знала. Пугать прохожих не просто мое увлечение. Это заодно и воля альбиноса того Яня. Сумеречная птица была права. Равность! Защищает этот город! Мне страшно! Куда мне спрятаться? Ваши подданные вам в помощь. А я эвакуирую всех, кого смогу. Вот так вот, ребята!
пока оставить их живыми. Мне нужно подготовить свой посох шторма. Во время осады Зинограда. Что? Почему ты не смогла вернуться сюда раньше? Большие проблемы, Ред. Меня Атлас задержал и чуть не съел. Понятно. Еще не все потеряно. Надо выдвигаться вперед. Но, Ред, Атлас уже успел захватить Зиноград. И тебя можно забрать. Ты реально хочешь повторить то же самое, что ты говорил нам и у нашего дома? Я уверен, что они там до сих пор сражаются. Им тоже нужна помощь. Голову, что ли, потерял? Я вообще говорю не о безумии, Рект. Мы должны были одолеть Атласа как можно раньше. Вы о чем думали? Я думал, что все, пошло зло вон отсюда. Мы зря тратим время на все, что творится сейчас. Как же я жалею, что оказался здесь. Как ты можешь такое говорить? Лучше бы мы остались на месте. Атлас придет сюда, завалим его. Это же неразумно. Слушай сюда, одноглазый. Ты как хочешь, а я на месте. Но знай, что друзей у тебя больше не будет. Никогда! Ты разорвал его, Рак! Я тебя сейчас задам за это! Я думала, мы друзья! Обманул! Рад. Это же мы, твои друзья! Знает, ты не забыл нас! Мы как-то раз говорили тебе, когда тебя нашли, что мы за тебя готовы умереть. Настоящая дружба не та, которую представляют другие иначе. Настоящая дружба — это та, в которой тебе друзья дороги. Наши страдания не прекращаются. Надо это остановить. Нам всем везде нужна твоя помощь. Мы вместе, стаей, спасали весь остров. Ты знаешь, ни один из нас не предаст тебя. Я всегда хотел это услышать. Я еще не выполнил свое обещание, но я постараюсь это сделать прямо сейчас. Уверен? Уверен. Либо сейчас, либо никогда. За вас, за свою стаю, я отдам свою жизнь. Пусть хранит тебя могучий орел.
наконец-то достойный противник. Наша битва будет легендарной. Взять этого оруна живо! Пора начать этот заход.